Приветствую всех на своем канале. В этом году пчеловодческий сезон начался у нас очень рано. Сейчас 30 апреля. Я уже еду расставлять ловушки, потому как многие сильные семьи уже начали оттягивать маточники. Несмотря на то, что их расширял вроде как все вовремя. Но вот хотят они смыться. Вода высокая. У нас в этом году река доходит практически вот до леса. Ну что, сейчас поставим ловушки на свои проверенные уже места. Больше 11 ловушек не ставлю. Вот сейчас с собой у меня две двухэтажные. Сейчас их поставим. Они здесь всегда работают на этом месте. И потом две маленькие на другом месте. Вот. Ничего сложного сейчас поставим. То есть мы в этом леске поставим литком к этому разливу, к речке, в общем. Ну, к этой поляне. Вот. Ну, где-то глубина лес, ну, 50-100 метров, так вот ловушки ставлю. За мои 10 лет пчеловодства я первый раз здесь вижу воду. Да, это зима была снежная, но что здесь вода стояла, ни разу не видел. И мы к первому месту, все уже готово, оно уже здесь несколько лет, все это не меняется. Ставлю между деревьев, фланки есть, и вот там находится река, вот просвет, где это поляна. И вот литком сейчас поставлю туда. Вот она, двухъярусная ловушка. Стоит она очень хорошо, крепко между двух сосен. Ну все, сейчас следующую поставим. Где-то около, ну как и я ростом ставлю, вот я 1,86 м, около 2 метра высотой поставил эту ловушку. А вторую в метрах 5-6 будет стоять она. Вот такая красота. Вниз 6 метров, наверное. Приятно ставить ловушки на уже подготовленные места. Много времени не занимает. Быстренько поставить, что-то подправить. Вот, допустим, выпало. Сейчас надо подправить. И все, и ставить. Быстро и просто. Вот такая тоже двухъярусная на 12 рамок ловушка. Уже не раз работала на этом месте, так же, как и другая. Ну, все, будем ждать. Через недельку можно проверять, думаю. Поехали дальше. Вот мое следующее место. От дороги буквально 20-30 метров. Я не заморачиваюсь тем, чтобы ставить далеко, ходить с этими ловушками. Вот, чтобы удобно было, подъехал, забрал. Украдут, так украдут. Нет, так нет. Не жалко. В общем, и литком на поле ставлю. Вот поле здесь. Вот здесь трасса, вы сами слышите, машины катаются. И практически каждый год здесь клюет. Не здесь, так рядом тут. Я две ловушки ставлю. Рой попадает. А в 3 километрах отсюда одна деревня. И напрямки, наверное, в километрах в 5, может меньше чуть, другая деревня. И там, и там много пчеловодов, поэтому, видимо, раи летят. Повторюсь, что в установке не заморачиваюсь, вот 1,5 метра от земли стоит ловушка. Все, легко поставил, пошел дальше. Здесь вторая будет немножко посложнее, там я места другого не нашел. Просто как, ну, приходится лезть туда, не очень удобно там, но все же нормально. Вот второе место между двумя елочками. Оно, конечно, повыше. И с ловушкой не очень удобно залазить, и снимать ее неудобно. Метра, наверное, 4. Вот сейчас поставим туда. Вот дорога рядышком. Здесь, конечно, пришлось повозиться. Не так удобно ставить. И прихватил ее там гвоздиком. Ну, вот она получается. Вот поле. Она вот так вот смотрит на поле. Наискось. Вот она. И вот поле. Ну все, на сегодня все. Всем всего доброго. Тем, кто хотел поставить ловушки в нашем регионе, думаю, уже можно. Тем, кто не ставит. Это у меня как хобби. Да, можно отводков наделать и не лазать по деревьям. Это кто-то любит рыбалку, заморачивается рыбалкой.
я заморачиваюсь рейловством. Просто это как бы по кайфу. Вот такие дела. Всем мира и добра. Всем пока.